Здравствуйте. Я Соколов Дмитрий Владимирович, житель города Первоуральска в прошлом, который учился в 32-й школе. Со мной в классе учились ребята, которых зовут Сергей Суслов и Андрей Емлин. Это ребята, которых я хорошо знаю, как нормальных, честных, правдивых людей. Андрей Емлин, тем более, мой школьный друг. С Сергеем Сусловым я сидел за одной партой, да и с Андрюхой тоже сидел. То, что они хотят пойти в политику, в депутаты, это, конечно, странно, но, наверное, нужно. Я могу пожелать только. Могу пожелать, чтобы ребята работали честно. Если простому человеку надо работать, ну там, работать не париться, то у них работа-то посерьезнее. Если они, конечно, изберутся в депутаты, у них посерьезнее работа. И поэтому желаю им, как вот святой у нас Сергий Радонежский был, когда в монастыре жил, еще братья спится, а он воды всем натаскает и поставит около келий. Ну и получается, работал-то больше, там, в несколько раз. Вот желаю им также честно, добропорядочно работать на этом поприще, чтобы каждому, кто к ним приходит, относились с уважением и с поддержкой, конечно. А если сами помочь не могут, то у них же будут на это полномочия кого-нибудь там попросить помочь этому человеку. Потому что депутат, он же распространяется не только на немощных, он же и депутат и каких-то людей, у которых есть деньги. Вот как-то, чтобы это дело совместить, если я понятно говорю. Ладно, все, я на этом, наверное, закончу. Желаю ребятам, которых я хорошо знаю, а именно Сергею Суслову и Андрею Емлину, быть депутатами. Тем более они знают наш город хорошо, и людей знают наших хорошо. Все, будьте здоровы.